Всем привет! С вами я, Александр Демидович. Сегодня в рамках моего проекта «А в Полтаве справедливости нет» я хочу вам рассказать вот что я вижу. Сегодня 25 января 2021 года. Сегодня ровно три календарных месяца, как состоялись выборы в местные советы 25 октября 2020 года. Ровно три месяца, подчеркиваю еще раз. Скажу честно, я на выборы не ходил. Я подозревал и понимал, что рано или поздно, но будет происходить то, что происходит сегодня. Что же происходит сегодня с нашими коммуникаторами, а депутаты являются коммуникаторами между избирателем и властью в Радах? А происходят очень интересные и странные для меня вещи. Коммуницировать-то некому и не с кем. Нам, избирателям, некому обратиться. Некому обратиться, и это нарушение наших конституционных прав. Почему? Потому что депутаты должны работать на, подчеркиваю слово, своих округах. Вот я вам подтверждение своих слов показываю из закона. Еще раз, на своих округах. Где же их округа? На сегодняшний момент ни один депутат внятно и опираясь на какие-то официальные документы, не может нам сказать, где его округ. А таковых депутатов, чтобы вы понимали, в Полтаве около 200. Почему? Потому что на каждого избирателя приходится как минимум 4, не как минимум, а 4 депутата. Депутат Верховной Рады, депутат областной рады, депутат городской рады и депутат районной рады. Депутатов Верховной Рады мы все знаем. Их у нас 2 в Полтаве, но несмотря на это, они там по-своему тягаются, это отдельная тема разговора. Итак, у нас есть депутаты областной рады, городской и районных рад на каждого из нас. Мы имеем право к ним обращаться, но мы не знаем, кто же именно наш депутат по нашему району, по избирательному району. Я пошел по сайтам, я их мониторю почти каждый день для того, чтобы наконец порадоваться и выяснить тот день, когда они определятся и нам расскажут, кто же наш депутат, но по сей день их нету. Сейчас я вам буду показывать скрины, доказывая свои слова. Еще раз, 3 календарных месяца. Итак, Киевская районная рада нас порадовала, депутаты такие есть, и вроде бы как все, слава Богу. Но не так все просто в этой жизни. График особого приема громадян депутатами Киевской районной рады. Есть такая страничка на сайте районной рады, но там никто нас не ждет. Мы нафиг никому не нужны. Но при этом есть комиссии. Комиссии упорно вроде бы как делают вид, что работают. Еще раз, 3 месяца прошло. Следующее. Шевченковская районная рада. Депутаты такие, как есть. Ну, слава Богу, нам хоть показали депутатов. Но участь депутатов в работе комиссий рады. Тишина. Депутатские комиссии. Тишина. Ничего этого нету. График приема выборцев депутатов Шевченковской районной у мисте Полтаве рады. А здесь я вас насмешу. Вот этот график приема. Это прошлая каденция. По сей день они показывают депутатов прошлой каденции, что типа они нас ждут. Типа. А вот и распределение межи округов. Это к тому слову, чтобы кто-то не говорил, что я что-то фантазирую. Есть. Есть распределение по округам, но кто именно на том или ином округе нас депутат, неизвестно. По сей день 3 месяца. Далее. Подольская. Подольская вообще, мягко говоря, насмешила. Есть депутаты и больше ничего. Ни округов, ни время приема, ничего вообще нету. Кому, куда, как, зачем. Вообще тишина. Идем дальше.
Вы думаете, в городе все намного лучше? Да нет. Городская рада, сайт городского совета, депутаты есть, вопросов нету. Но тут же становится вопрос. Секретаря городского совета нету. Склады постійних комиссий, тишина. Ну и сами понимаете, что распределение округов, межи округов, до недавних пор там были и были указаны депутаты прежних конденций, но на сегодняшний момент тут вообще тишина и никто никому ничего. То есть нету ни распределений, ничего подобного, кто по какому округу у нас депутат, мы не знаем. Ну и в конце концов область. Нам с горем пополам показали в области то, что есть депутаты. Вот вы видите, да? Ну и я вам скажу прямо, комиссии. Есть комиссии. Все, они усиленно работают. Но как одна из депутаток мне сказала, я работаю со своими избирателями. Со своими избирателями. Но на каком округе она работает? Со своими избирателями. Остается загадкой, где ее избиратели и где избиратели каждого из 82 областных депутатов нам остается неведомым. Нам могут рассказывать много красивых историй, но на самом деле реалии таковы. Мы выбрали депутатов, а их мы не знаем. Мы не знаем, где они депутаты, чего они депутатят там. И с какой целью они депутатят? Всем хорошего настроения!